Владимир Путин сегодня встретился с главой компании «Российские железные дороги» Владимиром Якуниным. Глава РЖД рассказал, что после вмешательства президента в ситуацию с отменой электричек все маршруты были восстановлены. Владимир Путин, в свою очередь, потребовал внимательнее работать с регионами. Пригородные перевозки, как они осуществляются сегодня, с учетом тех проблем, о которых вы хорошо знаете, которые были недавно совсем, да, по этому вопросу, и на что люди же обращали внимание, жаловались. Но не только пригородные, но и вообще в целом перевозки пассажиров. Незамедлительно были восстановлены те маршруты, которые по согласованию регионов были отменены. Эти маршруты были восстановлены. Значит, безусловно, есть, до сих пор остались еще некоторые нерешенные вопросы, но они связаны с тем, что на некоторых направлениях, значит, ну, действительно, количество пассажиров, которые пользуются пригородным сообщением, исчисляется, ну, просто десяткам. Естественно, в этом объеме перевозку осуществлять электричкой, ну, просто невыгодно. Эти вопросы решаются с регионами, с тем, чтобы люди все равно не остались без транспортного сообщения, с теми точками, куда они хотели бы поехать. Повнимательнее. Эти вопросы мы закроем. Что касается пассажирских перевозок, ну, несмотря на то, что стихия нам по-прежнему подкидывает, как вы знаете, такие сложные моменты, но вот то, что было сделано как при подготовке к Олимпийским играм, позволило практически купировать все негативные последствия. Хотя на станционных путях в Адлере воды было там больше, чем по колено. Тем не менее, и детей, и пассажиры всех обиходили. С помощью городских властей нашли возможность перевезти там, где можно было, автобусами. Никаких нареканий, жалоб или чего-то подобного не последовало.